Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области солнечная и сухая погода, легкий морозец. Температура днем минус 6, минус 8, ночью 9-11 градусов ниже 0. Ветер слабый, восточный, юго-восточный, скорость 1-2 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем минус 6, в темное время суток 9 градусов ниже 0, восточный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти безоблачно, днем минус 5, ночью 9 с минусом, юго-восточный ветер 1 метр в секунду. В Самаре солнечно и без осадков, в дневное время минус 6, ночью минус 11 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.